Алтоша белку увидел. Вон по дереву ползет белка. Не видно ее. Видно, он по дереву. И этот смотрит. Все, не догонишь уже Алтай. Все, сиди, смотри теперь. Посмотрите, как зарос наш двор. Там какие-то помидорки висят. Тут куча помидор. Помидор или помидоров? Помидор. Но из-за того, что тут вечные дожди, тут лето дождей просто. И вот такая буйная растительность, но помидоры не созрели, не краснеют. Вот этот день я перенес с порога с нашего сюда. А как ты ее тащил? Как тащил? Ужас. Тут какие-то ягоды выросли, их тоже надо поубирать, да? Или они Потом этот захватил наш забор, соседний какой-то куст с другого двора, его надо повырубать тут. В общем, тут такая бурная у нас растительность. Потом Деня взял с красивым розом, посадил цветочки. Они тоже вымахали, как не знаю что. Нужно будет убирать. Там у нас два красивых розовых куста. Но не видно из-за цветов. Ну, в общем, у нас тут, да. У нас тут все зелено. Все бурно растет. Алтоша, убежала от тебя белочка, да? Алтай. Алтай такой немножко полуобиженный, но довольный, что все вернулись. Всем привет из Кортланда! Мы вернулись. У нас тут такая чистота. У меня в доме такой чистоты никогда не было. Я не маньяк уборок. А у нас тут жила моя знакомая Дебби, она со мной работает. Она полицейская вообще. Вот. Я, то есть, это был один из причин, почему мы оставили, ну, как бы Алтая с ней, потому что вроде бы можно доверять, она же полицейская. Ну, все прошло хорошо. Алтай доволен, Алтай встречал. Муся тоже потом на Лизы не слазила. Смотрите, я помыла вчера голову понтином, приехала сразу, потому что в душ побежала. Мы еле доехали. Боже, как мы ехали. Вместо 4 часов мы ехали 6. Мы остановились на рест-эре на час поспать, потому что это просто было невозможно. Мы решили, лучше, чем где-нибудь разбиться, заснуть за рулем, лучше поспать. День я поспал час, вроде ему потом легче было. Тебе легче было после сна ехать, да, или нет? Первые минут 40 я потом далее. А мне нет, я прям просто вырубалась. Потом все опять, я прямо замечала, я говорю слово, потом я засыпаю, и я не сплю. Я как бы в моих мозгах я не сплю. Вот этого я опасался. Да. У меня было такое состояние, что я боялся, что сейчас щелка что-то. Я И я в голове я не сплю, но я понимаю, что я потом очнулась и опять. В общем, и вот это вот такое состояние у меня было всю дорогу. День я стойко нас довез, молодец. Машина была удобная, Жорик с Лизкой откинули сиденье и спали прям в ней. То есть они выспались, мы не выспались. А Деня с утра встал, пошел на работу. Я проснулась в 8 сегодня. Да, он еще машину в Сиракьюзы отвозил в другой город с утра. В общем, Деня у нас вообще... Вот, но в доме чистота нереальная. У меня такой чистоты не было никогда. Но, видно, она жила одна, и, видно, она не всегда у нас оставалась. И она, посуда вся убрана, все, ну, просто кухня сияет. Вот мы сейчас пришли, у нас уже все накидано, у нас уже тут... Досточка с ножом уже тут нарезана, там уже готовится. Да, опять же нужно готовить. Я месяц не готовила, не стирала, не убирала, ничего не делала. Сейчас вернулась в жизнь мамы. Вот, да, за волосы хотела сказать. Смотрите, вот, во-первых, нету жары и влажности, во-вторых, помыла обычным понтином. Вот мне понтин помогает прям. Помыла понтином, все, волосы ровненькие. Ну, понятно, что они не уложены, ничего. Я вчера просто помыла, легла спать, не расчесывая. И то лучший результат, чем вот там вот, чтобы я только с ними не делала. Так что, конечно, влажность очень сильно на них влияет, на эти волосы. Что еще? Ну, кое-как мы доехали. Сейчас мне разбирать чемоданы. Стирать, я уже стирку запустила. Значит, с Лизой сегодня мы начинаем ездить по магазинам. Лиза в понедельник, нет, в понедельник, в субботу мы ее отвозим в Кале, в колледж. С вещами перевозим. Но из-за того, что он меньше, чем в часе езды, она к нам приедет еще в воскресенье, потому что у нее доктор в понедельник. Она еще здесь будет в понедельник, мы в понедельник обратно отвезем уже после обеда. Наверное, нужно перевернуть день. Да, сейчас. В общем, надо перевернуть срочно. Давай, переворачивай.
Так что у меня сейчас вот эти два дня, ну вообще не два дня, а вообще как бы. Да? Вот, блин. Ну я отвыкла готовить. Подгорели. И так вареники жарю, просто в морозилке вареники были, я их на сковородке топ сожгла. Села разговаривать. Ну вы выберешь нормальные там. Нету. Нет нормальных? Блин. Ну два есть. Ну есть, давай выкинем новые сделаем. Есть еще. Ну жалко, всем. Короче говоря, вот начинается жизнь. Да, если вам интересно, как мы собираем Лизу в колледж, что мы едем покупаем сейчас. Просто из магазинов, я так думаю, в ближайшие дни мы просто вылазить не будем. Поэтому, потому что нужно еще фруктов, овощей, фруктов. Еды, короче, накупить, молочки. Мяса у нас осталось много в морозилке. Дебби ничего не ела почему-то. То кроме курицы ничего. Ой. В общем, если вам интересно, как мы собираем Лизу в колледж, если мы ездим, как мы по магазинам ездим, делаем покупки, что собираем, что им нужно... Вот, ну пишите, я буду все показывать. Я, наверное, и так буду показывать, но все какие-то подробности. Ну, в общем, что вам больше интересно, пишите. Вот, ну и буду показывать, наверное, заселение, если будет такая возможность, если получится. Ну, в общем, начинается другой блок, видеоблог, другие видео пойдут. Отдых закончился, начинается трудовая жизнь. Так, Лиза встретилась со своим Винченцо, сейчас погуляла. Перед тем, как в магазины поехать. А ты ему подарки когда будешь дарить? Опять будешь неделю я ждать? Я хочу сегодня дать. Ну, придешь, разберем. Мне еще нужно сразу с Амети первой взять. Позже я ее увижу. А когда ты с ней ее увидишь? 4. Ужас, в магазины некогда ездить. Короче, этот Винченцо Лизе подарил подарок, чтобы она это поставила в свой, значит, в свою комнату в колледж. И чтобы у нее это было стояло на столе. Да, чтоб никакой мальчик вдруг, не дай бог, не зашел и подумал, что у Лизы нет бойфренда. В общем, все общие, ну не все, но общие фотографии поставил. Чтобы знали, что у Лизы не свободна. Понятно? Ой, Лиза. Собственник. Волгринс. Волгринс такое делают, да? Да. Он же там работает. Он же там работает. Да. И к нему эта идея пришла быстро, да? Угу. Так. Разбираем наш хлам в плане того, что Лизе нужно... Так, вот здесь бутылка. Что Лизе нужно... Она сейчас пойдет на встречу с подружкой. И ей нужно это... Сувениры. А что ты на пол бросила? На полу будешь сидеть? Хотела. Так, вот Массандру мы купили одну бутылочку. Это все для нас. Ну и там гости придут или что-то. Не знаю, если тут есть сувениры. Это мама чай дала. Мне так жалко. Сейчас это все. 3-4 огромных вот таких чемодана стоит. Как это все? Куда это все распаковывать? Куда это все складывать, непонятно. Так, вот это что? А, Лиза, это ее очередные украшения. Это тоже нужно тебе куда-то... Какой-нибудь органайзер нужен для этого. Ага, тут у нас... А, что тут? Тут куртки лежат. Их нужно вывесить. Что тут? Вот этот магнит, да? Угу. Это я купила специи. О, я в такой коробочке специи купила. Это тебе. Это я такую картину. Попрямялась немножко, да? Ну, доехала. Вот купила себе такую, поставлю на тумбочку возле кровати. Она в ширину много места не занимает, в высоту. Ага, еще одна бутылочка. Это Инкерман. Тут еще одна бутылочка. Еще одна бутылочка. Так. Тут, по-моему, моя матрешка. Смотри. Угу. Мне нужно тогда
Это снять. Это, кстати, кулек подарочный тоже. Да. Я тебе сейчас сниму, поставь в сторону, я красиво сниму. Это мне нужно одни подушки, другой. А это разные эти щипки. А ну какая разница, что мне должны быть одинаковые. Всем подружкам одинаково. Так, это моя красивая махровая простынь от номер один. Там еще номер два. Так, еще одни свои подарки. Это мои, да? Что это? А, это рюмочки, да, это я девочка привезла. А? Это мое. А, это крем же я себе купила. Ой, как приятно распаковывать, только ставить некуда. Тут это я вот. Тут будет стоять потом. Вот тут есть ножик. А, да. Довезлась подушечка. Боже, куда это все распаковать? Ты брала, да, такой? Ты брала. А? Это твой. Мой. Это я подарю Юле. Это тебе или нет? Крым. А? Можешь взять оттуда, если хочешь. Но это не все тебе, это тоже да, тебе и мне. Это я подарю Юле своей подружке такой крым. Календарь. Так. Я сказала Лизе, мы уже взяли, потом не подумали. Вот я потом покажу покупки из этого. Это оба мои? Маршалс. Да, это ему, а это... Нет, это не я купила, позвольте. Точно? Позвольте. Ну, разве не те, я разве не большие купила? Я, кажется, большие купила. Да, да. Это... На. А что, ты все четыре ему будешь дарить? Нет, я могу одному кашлять. Ну, короче, надо сейчас будет. Сейчас это... разберем. Давай вытаскивай сначала. Давай варенье. Это варенье я уже себе отложила. А, это вот тебе. Это родителям его варенье дашь. Да. Дашь это родителям, да. У меня, я их купила, но я не знаю, кому я... Это ты купила? Это... Или это я купила? Или это я это купила? Могла и я купить. Мы же вместе покупали. Да. А это я купила. Я люблю на магниты, на холодильник. Да? А? Я, по-моему, эти купила. Наверное. Да, потому что я два вот таких. Лиз, ты можешь брать твое, мое, если тебе больше надо, бери больше. Ну, это твое. Меньше надо, отдавай мамочке. Да, это вот такое, это мыло, как открытка. Тоже это очень красиво. Ну, его же надо вот так вот дарить целым мылом. А это матрешка. Которая это... моя любимая. Это мама. Муся уже на пакетик прыгнула, все. Мусь. Внутри что-то есть? Да, там матрешки. Одна тебе на, а одна мне. Я вообще-то взяла сколько матрешек? Три. Да, я тоже три взяла. У меня просто они все тут сидят. Эти все, что мои. Угу. А это ему. Алтося. Это мои эфирные. Лизочка, сейчас все упадет. На, это твое, кстати. Я извиняюсь, камеру так вожу. Маска для лица. Это моя? Это моя. Вот это твое, вот. А. Бальзам для губ. Это а есть. Это мое. Это я домой нам чай взяла, не на подарок. Это медали. Медали я уже положила вот сюда же. Я хочу их увидеть. Да? Там еще снимать. Подожди, а вот эти... Ой, семечки еще есть. Хо-хо-хо-хо, я семечек взяла. А, это мои стельки. Винченцо, давай вот в этом кульке или родителям, где Россия. Я написано. Хочу просто все сразу его положить. И потом я скажу, как это этому. А он поймет, какой этому. Ну, лучше, но я скажу, как лучше это отдельно вот этот... В сумочку все положу, то, что ты ей даешь. Да, это есть. А там уже все есть? Там. А что там? Браслет и сумка. Все, только браслетик, все. Подожди. Лиза носки такие суровые купила. Такие смешные. Это маме. Это что? Матрешка. А что так некрасиво запаковано, Лиза? Она так и делает. Вообще отпакуй, убери бумажку, вообще. Немножко бледновато, да, вот эти типа ярче все-таки. Да, ну это покрасивее. Ну это она как хохлома, типа. А мы ее открывали, она внутри красивая. Да, они все такие еще. Помнишь? Так, и потом это ему. Нет, это ему. А, ну сейчас ценник убрать.
какие-то еще ценники есть. Розовое варенье с Крымом. Сейчас, сейчас давай все тут буду убирать. Так, это Лиза своим подружкам разложила. Алтося, тебе интересно? Тебе интересно? Я их просто так и не делаю. Угу. Ты же объяснишь, что это город? Евпатория. Откуда мы приехали, где мы живем? Еще ему такое, они же христиане. А это что, христиане? Церковь. Церковь, а это что? А что на коробке? Геракл? Угу. Может, что-то другое? Геракл. Я ему могу с лодкой положить. Да, положи ему с лодкой. А Геракл, ты же ему расскажи, это этот греческий. Там же Греция была, он сидит тут вот сейчас. Это ты можешь расстать. Спасибо. Пожалуйста. Не за это что. Я своим положу. Вот это красивый. Вот эти красивые. Ну, это кинасы. Просто никто, не все о них знают, да? Мне еще нужно саметь как-то... Я могу саметь в этот кулек, потому что ей больше будет. А что еще будет? Потому что еще для мамы я купила это. А, где этот дом? Дом, он надо где-то среди. Искать надо дом. Наверное, здесь будет. Ой, нужно, мам, отпилить матрешку, цень. А, сейчас отпилить цень. О, это мои родители. Денису водку Грей Гус дали на подарок. Ну-ка сюда поставлю. О, красота неописуемая. Так. Надо куртки выложить. Лежат куртки, мнутся. Не знаю, где тут эти. А, вот Ильф и Петров нашелся. Куртки вытаскивать, блин. Алтошка, когда ты пойдешь гулять? После. Пока черт, может, не. Ну, в общем, Лиза собрала два пакета для Винченца и его семьи, сестры, мамы и для... Саменты. Покажи быстренько, что ты взяла. Саменты. Маме чай и вот такое. Ну, типа вот этой вот висюльки. Вот, только она покороче будет. Она уже приехала? Ну, она идет в конкурс. Календарики, матрешки, брелки с матрешками, магнитики. И ну, такое еще. Ну, Винченцу там еще носочки. Сестре вот та сумочка. Вот эти вот она еще понабирала, спичечки такие. Ну, короче, мелочевка, ну, приятно. Все, иди. Мама! Иди. Пошла встречаться она с друзьями, с подружкой. Вот это что мне делать с этим, Лиза? Это одно, это другое. Я это одно, это другое. Сейчас Алтай в зубы возьмет и понесет. Ну, просто на соль. Угу. Что ты должна была сделать? Давай, пока. Пока, мама. Пока.